Всем привет, короче, и я не знал, что снимать, я так и думал, почему не сделать мини-рампу из палет, ну, поддон, в натуре. Короче, вот это, типа, мы из палет наскладывали вот такой корпус, сейчас мы его скрепим и будем дальше собирать его. Вот, кстати, эти радиусы. Как мы сделали? Мы сделали стопку по 6 палет, высоту 6 туда палет, получается 36 палет, внизу палеты еще, как пол. Тут то же самое, но тут, правда, подлиннее палеты, тут их 4 стопки. Но не суть. У нас так просто получилось. Далее, вот этот пол. Короче, на порядка 80-90 палетов, чтобы сделать вот такую мини-рампу для скейтеров. Ну и куча фанеры, я буду уже по ходу рассказывать. Толщина ребер на радиусы 12 мм, это фанера. Вот, а зашиваться будет двойным слоем фанеры по 6 мм. Ну а пока мне осталось дошивать вот эти колонны между собой, чтобы это была как бы сплошная стенка. И я, собственно, сейчас это сделаю и включу. Чего, что у нас получилось, вырезали по 7 радиусов, и сейчас мы будем радиусы скреплять между собой балками, а потом зашивать фанеру. Короче, пацаны повырезали вот эти балки, и сейчас будут соединять между собой радиуса, и я включаю на таймлапс. Come again. You know I don't speak Spanish. In English, please. You pooped in the refrigerator. Проблема, что одну мы прикрутили, а вторую вот сюда, когда будем прикручивать, вот так вот, то оттуда уже не засветлишь. Короче, сейчас будем думать, как ее прикрутить оттуда. Да, ну понял, да, короче, типа, если мы вот тут, типа, вставляем, то оттуда уже не закрутишь, как отсюда можно было. Наверное, шашечкой придется делать. Дождик, дождик, я бегу по лужам, да. Мы решили, что проще сделать, типа, отдельно 6 кикеров, и их проще будет разбирать в конце сезона, типа, в парк можно поставить. Ну, и проще их собирать, типа, где-то полчаса уходит на одну вот эту херню. Сейчас 6 поставим, где-то за пару часов все сделаем и скрепим между собой уже. Потому что вот так сильно геморройно.
Да, да ты что? Ты так нормально выехал, именно нормально уехал. Жгут даже есть. Это только при наявности экипировки. Натянута ленточка, а сам небольшое расстояние, чтобы разошлось 2-3 человека, понял? Понял? Ну сейчас разрежем по летам. Женя сейчас вот почти допилил, сейчас возьмешь лобзик, начнешь допиливать, Женя прикрутит, окей? Я понял.